Я пишу, я работаю в компании Cognins. В последнее время я пишу на React, Redux, функциональном программировании, но до этого писал на Angular, и по нему всегда скучаю и смотрю, что же там происходит. И, в принципе, я верю, что всегда складывается впечатление, что все говорили, что Angular большой, тяжелый, медленный. Но это не так. Скоро. Ну, сейчас не так. Значит, меня всегда смущало что? Что ты, когда работаешь с фреймворком, ну, в таком юзерском режиме, создаешь компонентики, NGIF, NGFOR, в общем, и потом тебе надо где-то трендерить какой-то компонент. Как ты в React делаешь, просто это все вставляешь, импортишь этот компонент, вставляешь в JSX, и все прекрасно работает, и там ты можешь какую-то мапу написать там, с какими-то объектами. А тут какая-то нужна factory component resolver, какие-то component factory, откуда они вообще берутся, откуда берется компайлер. Ну, зоны окей, вроде там все понятно, но тоже есть нюансы. Renderer 2, почему Renderer 2? Да это был какой-то view renderer, renderer 3, Ivy renderer, ну что это? Я начал копать. Значит, полез первым же делом в Angular Core, начал смотреть, а там всюду абстрактные классы. И там практически нету, там есть высокоуровневые какие-то штуки, которые дергают что-то непонятно что, а какие-то компоненты, у которых нету имплементации. В итоге я зашел уже, смотрю, что мы же бустрапим-то сам application через браузер-платформу, и она получает оттуда ng model factory, откуда наберется вообще это factory, и после этого создается первоначальный инжектор, он пробрасывается в эту factory, и у нас начинается бустрапиться все приложение с этим всем. Оказывается, что под капотом Angular, CLI, и если это у нас JIT-компиляция, он у нас есть в рантайме, у нас есть компайлер, целый настоящий компайлер. Значит, что он делает? Первое, он берет все наши директивы, темплейты, все наши сервисы, все это парсит полностью, все зависимости, все резолвит и генерит из них абстрактно-синтетическое дерево. После этого он делает кодогенерацию в зависимости от рендера. У нас есть во втором Angular у нас грубо говоря, у нас есть сейчас на данный момент три рендера. Это первый во втором ангуляре вы можете посчитать, там действительно Тобиас Бош, он создатель компайлера, они рассказывали путь, как они создавали сначала, они сделали рендер темплейтов в виде вызова функции, то есть они просто, грубо говоря, генерили код, который создает элементы, делает change detection, и ядро, вот эти все инстансы, дергало у них методы, и сейчас в четвертом-шестом ангуляре, ну, до Ivy рендера, у нас все темплейты состоят из данных. И, в общем, генерится JavaScript или TypeScript, и это инициализируется и создается приложение. В общем, короче, я как начал копать дальше. Есть у нас, оказывается, в бине, в любом приложении есть ng-компайлер, его можно запустить с помощью команды ngc. Ее можно просто прописать в package.json и, собственно говоря, вызывать npm run и запускать ngc. В общем, короче, у нас есть вот такой темплейт. Это просто две вложенности и какой-то байндинг на класс. Генерится из него view definition, это просто функция, которая формируется сначала абстрактно-синтетическое дерево, и потом уже из этого абстрактно-синтетического дерева, по сути, генерится вот такой вот код. Вот этот код — это просто функция view definitions. Вот единичка — это у нас номер ноды, а два — это сколько у нее чайлдов. Собственно говоря, вот это у нас текст, у которого пока на данный момент нули. И это функция check, которая вызывается всегда, когда инициализируется приложение.
инициализируется компонент, и она первым же делом дергается и идет в компонент и дергает у него component name. В общем, вот такой вот у нас код, по крайней мере, сейчас на данный момент. И что? Ну, оно тут еще, я его как-то причесал, тут много всего выбросил. Вообще выглядит оно немножко намного жестче. Значит, вот, собственно говоря, демо-код, вот обычный компонент. У него есть два пайпа, ng-if и, собственно говоря, функция, которая... и обработчик onclick. Выходит что-то типа такого. У нас есть появляются все зависимости, при том самое главное, что вот из них это две просто токены, которые потом зарезовит наш dependency injection. И вот тут стили, сейчас у меня просто нету этого. Это рендер тип, мы определяем тут инкапсулировать стили, какая у нас стратегия детекшена. Значит, что касательно структурных директив. В общем, это синтаксический сахар. Когда мы пишем звездочку, у нас выходит ng-template, и у нас пробрасывается по бандингу внутрь этого ng-template какое-то значение. И, собственно говоря, как бы после этого у нас инициализируется. В общем, выглядит это вот приблизительно вот так, да. Вот это вот код живой, который, собственно говоря, потом проходит по нему веб-пак, и уже вот этим вот питается рендерер 2. Нет, это все какая-то кодогенерация. И, в общем, вот рендерер 2 после этого, это тоже большая машина, у которой такой здоровенный, по сути, свич. Он берет, смотрит там номер ноды, берет какой-то тип. И вот для ng-if у нас сгенерировался отдельный view. То есть view definition, вот когда мы объявляем template, у нас в template появляется отдельный view. Вот этому view, там еще есть, скармливается template factory, вот эта, которая верхняя до этого была, и зависимости директивы, которые уже резолвятся с помощью инжектора в рантайме. Так, это у нас сразу же генерится функция вызова события, что происходит на событие. У нас генерится вот такой код, и он у нас тоже есть уже в бандле. Также передаются вот таким хитрым, такой хитрой штукой, они определяют лайфцикловые методы там по битовому сдвигу, там, допустим, единица это там есть onChange, там ng это view, вот эти все лайфциклы компонента и, собственно говоря, компонент класс. Это у нас генерится template, вьюшка самого компонента. После этого мы это все скармливаем такой штуке, которая компонент, мы create component factory, скармливаем вот этот template, и он нам уже возвращает component factory, который мы в рантайме пробрасываем в new injector, резолвятся все зависимости, компонент все это подтягивает, и мы уже получаем, собственно говоря, компонент. Теперь, что касательно пайпов. Очень интересная вещь, что пайпы бывают pure и impure. Если у нас в темплейте есть какая-то функция, которая берет на вход данные и их считает, и она действительно тяжелая, у нас если мы не используем strategy on push, у нас на любое, там, допустим, если мы берем, вводим в input, нажимаем, вводим одну букву, у нас два раза срабатывает на этом компоненте change detector за счет зон, потому что зоны все отлавливают все события от сеттаймеров, от юзеров, от кликов и постоянно дергают uptick, который запускает по всему application у нас перерендер. И это очень дорого. Если у нас действительно
тяжелая функция. И если у нас pure функция, то, то компайлер всегда проверяет старое значение. И если старое значение на вход, которое зашло, и не дергает выполнение этого пайпа. А если у нас чистая функция, то он генерит код, что типа неважно, зашло у тебя новое значение, старое значение, всегда, короче, дергай код пайпа и считай. То есть, в принципе, есть оптимизационный хак, если действительно в контемплейте используются тяжелые функции, то можно сделать пайп и объявить его в дефиниции pure, и все будет отлично по производительности, все будет ок. Но теперь у нас появляется Ivy Renderer. Во втором рендерере у нас генерились, по сути, дата с какими-то функциями. А в Ivy Renderer у нас будут генериться инструкции. Первая инструкция, которая будет создавать элементы, и вторая инструкция, это которая будет обновлять элементы. И плюс там еще какая штука, что в Ivy Renderer, по сути, можно создать виджеты, они будут очень маленькие, очень быстрые, потому что вот этот компонент, его можно сразу же... Проблема какая у рендерера, что тебе приходится в рантайм тянуть сам здоровенный рендерер, который сам по себе тяжелый, и он должен резолвить вот эти все вот вещи. Плюс там еще проблема то, что из компайлер не умеет с JavaScript тянуть и готовить банду. То есть там всегда с библиотекой JavaScript идут метатеги, там metadata.json, где описаны, вот если мы создаем компонент, там описаны все декораторы и все остальное. И из этого мы там всегда должны запускать компайлер, когда мы юзаем чужие библиотеки, и он заново пересобирает нам код. Значит, в Ivy Renderer это будет полностью лишено, потому что у нас будут только чисто голые инструкции, плюс сразу же у нас в объявлении компонента будут все данные, которые нам нужны, в том числе, которые вот раньше были они в TypeScript, потом после TypeScript они выкусывались, и нам приходилось генерить метаданные, сейчас этого уже не надо. Это у нас конструктор. Define component. Я ничего. Ну, hello. Так, окей, это неинтересно. Вот, собственно говоря, вот это код, который сгенерил ng, вот темплейт, который лежит в теге ng-if. Вот он, и это инструкция создания дива. Соответственно, вот у него есть объявление event listener. Сюда вот пробрасывается event, который тоже дергает. Вот контекст — это, собственно говоря, контекст компонента. Потом это у нас пайпы, значит, проблем с пайпами теперь уже не будет, потому что пайпы не будут запускаться, если у нас данные не поменяются. Ни в каком случае. У нас еще есть, появляется такая штука, называется features. Features — это функция, которая оборачивает сам класс компонента. Так как у нас тут, сейчас, минуту, у нас есть, допустим, инпуты, то есть мы в этой фиче мы можем видеть инпуты, аутпуты, и, собственно говоря, это сейчас то, что в React называется хоки. High-ordered components, и мы можем будем менять теперь, брать компонент его как угодно в этой функции, менять, накладывать новое поведение, и вот в новом рендерере цикл onChanges, он сделан в виде хока. В виде хока там суть такая, что можно сейчас заглянуть в код. Я, не ошибаюсь, ссылку тут оставил, слайды сбросим в чат. Там, по сути, код весь такой, что мы берем все компоненты, все инпуты компонента, пробегаемся по ним, генерим их новые, меняем, там, добавляем какой-то определенный префикс и делаем на них геттеры и сеттеры и заменяем эти инпуты, короче, родные. И после этого мы знаем, что у нас помарканный компонент, грязный или не грязный.
с помощью того, что если у нас что-то сетнулось на этот, пришли новые данные или, допустим, как-то поменялись, то это такой подход сделан во Vue. Ну, собственно говоря, все, линки добавлю, в общем, как-то так. Нормально ты зарылся, знаешь, как бы. Вопросы, да, потому что на самом деле тема, это не только в этом, во Vue, это вообще на самом деле идея с Ember, а именно с их, как называется штука? Glimmer 2, да, на самом деле у них вот там две виртуальные машины. Ну, вот. Они сделали, я так понял, что идею с Change Detection они взяли от Vue, а с Glimmer они от Glimmer взяли вот как раз вот генерацию инструкций. Да. Я сейчас про инструкции, да, естественно, потому что кто не знает, что такое Glimmer 2, я советую всем посмотреть. Есть доклады по нему, и мы даже делали доклад на QGIS, ну, по Glimmer 2, то, как он делает инструкции, то, как происходит рендер. В принципе, довольно интересно, что они это сделали уже давно. То есть они разрабатывали примерно Glimmer 2 в то же время, когда Angular появлялся. И сейчас, что React туда движется в сторону тех же самых инструкций и очень хитрого рендеринга, когда они сейчас делают отложенный рендеринг. Ну, все слышали доклады. Ну, сейчас... 16-й реактом, вот эта вся фигня. В исходном коде рендера 3 также есть шедулер появился. Значит, мы уже отказываемся, в 7-й версии не будет зон. Это все будет как раз Change Detection дергать шедулер. И как раз вот эти все моменты апдейта вьюшек, они будут уходить, запрашивать request animation frame. Ну, собственно говоря, что сделано в React. И, ну, как-то вот, так. Вот такие вот новости вообще, прикиньте. Да, на самом деле это все для того, чтобы все это работало очень быстро. И, естественно, это еще связано с тем, что, как вы увидели, там в рендере не тянутся вот эти все dependency. Да, значит, они поменяли еще инжектор API, он новый сейчас появился, он появился уже в 6-й версии. Там, по сути, компоненты будут напрямую инжектить сервисы, все свои зависимости. И если, допустим, у нас компонент, он не использует, ну, допустим, у него нету этих, ну, у нас есть приложение, которое не слушает никакие там он-клики, там или, ну, или вообще, в принципе, не обрабатывает события, то у нас будет вырезаться полностью код трешейкингом, который обрабатывает эти события. То есть Hello World будет занимать 3 и 2 мегабайта, и можно делать виджеты там коде на Angular, а по сути делать маленькие виджеты, которые будут встраиваться куда угодно, и они будут легкие, быстрые, и все. Ну, опять же, это в сторону Angular Elements, которые должны быть очень маленькие. Это должны быть, по сути, как веб-компоненты, только с оверткой на Angular-овской. Вот. Вопросы. Давай. Ну, тема сложная, в принципе, не знаю. Ну, если есть у кого-то, да. Вот. Сейчас там Сережа микрофончик подаст. Да, спасибо большое. Насколько сложно и больно мигрировать на Ivy Renderer? Еще раз? Насколько долго мигрировать на Ivy Renderer? Они обещают, что это будет вообще безболезненно. То есть, в принципе, я взял код, который был в 5-м ангуляре, запустил компайлер с опцией Ivy Render, и, собственно говоря, он полностью мне сгенерил другой код. Честно, я был в шоке. Единственное, что там еще поменяется сам сборщик, это будет базов, это какая-то внутренняя гугловская тузовина, она там... Смотри, в базеле там все немножко... сложнее, но был доклад буквально вчера на EngenConf, если кто-то по базелю. Я не знаю, что я его не слушал, но он предназначен больше для больших проектов. То есть, когда у вас, вот как Огнислав рассказал, когда у вас там не 10 компонентов, а 1000 компонентов. Ну да. И огромные деревья, которые уходят вниз, там, да, это вот какой-то корпоративный софт, админки, где вложенность очень большая, куча модалок, еще всякого фигни, это все большие страницы. Не знаю, там, данные для аналитики, все может быть очень плохо. Ну, и представьте такой проект, его нужно как-то очень быстро собирать. И, собственно, Bazel написан уже не на JavaScript, а он написан на Java. На Java.
какие-то оптимизации по слушанию файлов. В каждом NG-модуле у вас будет лежать специальный Bazel файл, будет генерироваться, который будет, в нем будут лежать автоматически генерированные настроечки, и каждый у вас NG-модуль будет отдельно собираться. Ну, по факту, да, у вас есть, вы внесли изменения в один файл, и вся структура проекта не будет пересобираться, а будет пересобираться вот этот вот файл, и он знает Bazel, куда вставить в код, поменять где. То есть инкрементальная такой, собственно, это будет инкрементальная сборка. Проблема в том, что я не видел рабочей сборки на Ivy Render без Bazel. И весь Angular сейчас собирается полностью Bazel. Ну ладно. То есть и на конфе они тоже все это добро запускают на Bazel. То есть Java в зависимостях. Там еще рантайм-гошечки еще тянется в 400 мегабайт, так что все нормально будет. Рантайм-гошечки? Да не, ну не, подожди, зачем рантайм-гошечки? Я не знаю для чего, но он мне подтянул. Я когда пытался... Не, ну это у тебя там в Арче, слушай. У кого есть Арч, что-то... Спасибо за технический доклад. Вопрос следующий. Тук-тук. Как-то повлияло знание, полученное в ходе всех этих раскопок, на стиль написания? Вот как ты пишешь, какие-то техники, что-то перестал использовать, что-то начал? Именно с практической стороны. Ты понимаешь, вот, допустим, для меня написать структурную директиву и вообще, в принципе, ну вот мы типа NGIF, NGFOR, ну, в принципе, больше мы ничем не пользовались. Сейчас, когда я понял, как это все устроено, теперь я понял, что можно на этом вообще наворачивать очень интересные вещи. Пока еще не придумал как, но по крайней мере то, что ты можешь написать директиву, которую по инпуту ты пробросишь темплейт, и с этим темплейтом там уже можно творить внутри. Ну, грубо говоря, написать кастомный фор, который принимает там компоненты или там темплейт, и уже что-то с ним делать. То есть это расширило мое знание как-то вот в эту сторону. Я понял, как это все работает, потому что когда ты глупо инжектишь там template ref, а что такое template ref? Ну вот написано там как-то в мануале, вот заинжекти, все классно. А когда ты понимаешь, как это сделано, что, допустим, у template ref, ну вообще у view контейнера есть там all data, то есть всегда ты хранишь данные, которые были до предыдущего рендерера. То есть тоже интересно, что, оказывается, там такое есть. Ну, не знаю, по оптимизациям, я думаю, что что-то можно. Даже вот с этими, с пайпами видно, где оптимизируется, а где нет. Есть еще вопрос? Давай. Спасибо за доклад. У меня проект собирается на нативном веб-паке. Как будет сложно переходить на шестую версию, если сборщики меняются? Ну, понимаешь, как бы с Google сейчас такая штука, что они не могут сделать никому больно уже. Ну, типа, у всех уже порог болевой. Ну, на максимуме, понимаешь? Если они сейчас скажут, ой, чуваки, шестая версия, извините, но переделайте все. Ну, такого не будет. Ну, уже не будет. То есть они уже все это делают для того, чтобы у тебя была обратная совместимость максимально, да? Ну, вот такой, они себе, ну, потому что, я даже не знаю, почему это сказать. Потому что, в принципе, код, я думаю, они не будут менять верхний уровень API, ты будешь писать так же самое, но под капотом будет, будут по-другому собираться. А ты этого не узнаешь, если ты не делал eject, ну, в смысле CLI, да, то для тебя должно быть вообще все отлично. Вот если там у тебя кастомный веб-пак, ну, если ты брал сборку, не знаю, это University или какая там есть, ну, их много, особенно System.js, да, то, возможно, будут проблемы. Я думаю, что будут, потому что там различные, возможно, вот ты подключал лодеры, еще что-то, оно все. Ну, на самом деле, SMD CLI там отдельная штука. Пока это еще не... Bazel пока туда еще, по-моему, не добавляли давно. Пока еще нет. Поэтому мы не знаем. Ну, на самом деле, никто не знает, да, как они сделают, тогда будем видеть. Предположительно, лучше на CLI сначала перейти, а потом переходить на... Ну, я... Слушай, CLI, кстати, ну, я не знаю, если у вас не завязано все на этом кастомном веб-паке, может быть завязано, поэтому CLI может не подойти, если у вас что-то суперкастомное. Но совет переходить на CLI, ну, я думаю, это первое. Ну, я так думаю, что под капотом у CLI скоро будет просто Bazel, и никто это не заметит. Не, ну,
Да, да. Но, собственно, переход на CLI — это хорошая тема, что просто стандартизировать проект. У тебя вся документация по CLI есть, а что у тебя там. Ну, я просто тоже переходил, переводил большой проект на CLI, все плевались, потом, ну, документация есть. Ну, типа, все есть, оно работает. Да, потеряли где-то в гибкости, но оказалось, гибкость это и не нужна. Ну, типа, она была как там, ну, все. И никто не заметил, что, оказывается, не надо вот это вот обновлять постоянно этот веб-пак. Ну, это отдельная боль. Да-да-да, ты это все накручиваешь, там еще свои оптимизации, которые ты как бы для себя сделал, а потом оно валится, ну, в общем. Так, спасибо, Алексей. А так еще вопрос? Нет? Нет. Спасибо, Алексей, отличный доклад, я думаю.